Дневник ученика 3 класса. Помните, тогда еще выдавались такие талончики на школьную форму? Тут правила учащихся СССР публиковались. Чтение я писал через мягкий знак. Ну, в общем, по литературе, по русскому языку у меня отлично все было. Как правило. Получается не больше 6 уроков тут предусмотрено в дневнике в день. Вот, соответственно, это было где-то уже 86 плюс 3, где-то 89-90 учебный год. Учился я, как вы поняли, в 167-й школе города Москвы. Вот снимаю для истории, потом все это сожгу. Ну, какой-то особо полезной информации здесь нет, а вот это вот видео на память. Сидели на таких партах, которые регулируются по углу наклону. Естественно, ударил девочку по лицу. Ужас какой. Наверное, девочка там была такая. Что-то здесь мало научились. Вот, кстати, перечень учеников. Кстати, нужно сфотографировать. И это мои оценки. Спасибо.